Полное описание и точка выхода с 9 по 12 серию сериала «Высшая мера». С 9 по 12 серию сериала выйдут на НТВ 28 июня. В новых сериях мы увидим, как Тоболин и Долгов едут во Владимир. Тоболин встречается с Кастимом в тюрьме. Майор уверен, что этот уголовник стоит за нападением на его сына Инну. Долгов разбирается с прошлым Ваганова и не находит никакого криминала. Тоболин рассказывает Долгову о своей версии самоубийств пациентов психиатрических больниц. Он уверен, что больных кодируют, чтобы завладеть их имуществом. Неизвестный крадет Инну и приказывает Тоболину немедленно приехать на старую ТЭЦ. Похититель – сын маньяка Рютина, которого он когда-то разоблачил. Тоболин убивает преступника ударом гвоздя в ухо. Перст и Кастет выходят из тюрьмы по амнистии. Кастет жаждет мести. Гусельников находит единственного живого подельника Ивана Прудасова. Тот заявляет, что за 5000 рублей расскажет, где найти живого Ваньку Шила. Вересов отправляет Тоболина к Нагорной больнице. Чтобы избежать увольнения из прокуратуры, ему ставят диагноз нервный срыв. В психушке Кнорин колет Тоболина препаратами, которые вызывают у майора агрессию. Тоболин просит Долгова продолжить поиски Бурдасова. Он уверен, что известный бандит выжил и принял чужую личину. Любовница Воронца приказывает Кастету и Персту лично убить Тоболина. Гусельников знает тайну Бурдасова. С 9 по 12 серию сериала выйдут на НТВ 28 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.